В этом выпуске рассмотрим одну особенность предписывающего знака движения направо. В 2019 году в ПДД КР были внесены незначительные изменения. Например, изменилось оформление знака 412 «Движение направо». Раньше он выглядел так, а сейчас должен выглядеть так. Что это меняет? Рассмотрим на примере. Перекресток Айтматова и Джаманбаева. Установлен как раз знак движения направо. Но, как видим, по старому образцу. На данном перекрестке было составлено немало протоколов за нарушение этого устаревшего знака. И у водителей возникал вопрос, законны ли эти штрафы. Один из водителей оспорил протокол, выписанный за нарушение на этом перекрестке. Но комиссия сослалась на иллюстрацию в книге ПДД, где изображен знак старого образца. И штраф оставили в силе. В Казахстане при внесении подобных поправок в ПДД сделали пояснение, из которого видно, что знаки старого образца продолжают действовать до их замены. В Кыргызстане при внесении изменений подобных пояснений не было, а значит, у нас этот вопрос остался открытым. Тем не менее, после того, как один из водителей написал заявление в УПСМ КР о знаке старого образца, его заменили на новый. Теперь этот знак выглядит так. Вывод такой. Знаки старого образца будут действовать до тех пор, пока их не заменят на новые. А чтобы их поскорее заменили, можно написать заявление в соответствующие органы.